Представители правящей Испанской народной партии приносят извинения на фоне крупнейшего коррупционного скандала. Прокуратура страны сообщила об аресте более чем полусотни чиновников, занимавших высокие должности в органах муниципальной и региональной власти. Расследование началось после того, как в Швейцарии заподозрили испанских функционеров в отмывании денег. Как заявила глава мадридской ячейки народной партии Эсперанса Агирре, «мне очень стыдно перед испанцами. Я не могу и не собираюсь избегать ответственности за назначение господина Гранадоса на высокие должности в партии и в правительстве Мадрида». Франциско Гранадос, один из наиболее высокопоставленных задержанных, бывший секретарь народной партии в Мадриде. На протяжении нескольких лет он занимал вторую по значимости должность в городской администрации. Сообщается, что на его швейцарских счетах более 1,5 миллионов евро сомнительного происхождения.